институт проблем управления. Генератором новых идей, называют его ученые. Институт, там же почти 2000 человек работало. А видно было только его. Я помню, как его там все любили и говорили, вон живчик наш побежал. Борисе построил четкий совершенно предпринимательский процесс. У него реальная цель была Нобелевская премия. Обмен диссертацией и статей на запчасти, в этом что-то такое нехорошее есть. Ничего как бы вот такого бесчестного он не делал. Он однажды полетел в Махачкалу, прихватив с собой энное количество наборов постельного белья. И вдруг я получаю звонок, его арестовали в аэропорту. И вот эта харизма его, с ней ничего нельзя было поделать. Я увидела его глаза и сказала про себя, он далеко пойдет. Интеллигенция – это голова профессора Дойля. Голова есть, ручек-ножек нету. Да. С приходом Горбачева он оказался способным к действию. Да? А с кем я говорю?